И снова всем привет, с вами Айс, и сейчас мы будем продолжать проходить Outlast. Вот. Прошел уже час, я вернулся, и надо допроходить ту игру сегодня, естественно, но... Вот, осталось, ну, совсем нам чуть-чуть. Совсем-совсем чуть-чуть, я даже из игры не выходил, просто оставил ее, оставил комп, когда уходил. Ну, на том же самом месте, чтобы не начинать там откуда-то сохранение и так далее. Вот тут велись явно какие-то исследования, причем такие исследования секретные, очень секретные. Давайте почитаем. Из личных записей Вернике, Франкенштейн или современный Прометей, Мэри Шелли, анонимно опубликован в 1818 году, выдержки из 23 главы. «О, человек!» — вскричал я. «Как невежественно ты в гордыне мудрости своей!» «Остановись, ибо не знаешь ты, о чем говоришь, я покинул дом, чувствуя беспокойство и гнев, и удалился поразмышлять о неком ином способе действий». Да, это, конечно, все странно, ёпасы-то. Надеюсь, тот бесяра с цепями... Ничего нет у тебя. Сюда не попадет. Очень надеюсь. Блин, хотя тут свой бесяра с цепями. Блин, же скач. Блок А. Морфогенический сон, что ли, там? Помните? В общем, сейчас, походу, будет развязка всего. Блин, как же это... Жестоко тут с людьми обходились, а? Просто расчленили и внутренности потроха вынули, а? Как же это, блин, не гигиенично-то, а? На самом деле это жуть просто. Просто жуть. Просто жуть. Давайте еще возьмем документ. Не знаю, можно это поснимать все, конечно, но... Формалини, блин, головы, человеческие головы. Проект Вальридер. Отчет о вскрытии тела ММ-13-00-92-1. Относительно формы, весь ниже следующий материал следует пересмотреть и преобразовать, приведя записи к соответствию требованиям корпорации Меркус, смотри форму 4083. Автор Дженнифер Роланд. Заметки. Мое 14-е вскрытие пациента, садюга, проекта Вальридер показывает не больше признаков успешности терапии, чем все прочие. Наблюдаются некоторые успехи в клеточной миграции и морфогенезе, включая эффекты, напоминающие человеческий гормон роста. Но ничего похожего на создание разумного, независимо существующего роя. Оба. Так устала, не уверена в своих выводах. Подам еще одно заявление об уходе. Так это еще и баба. Подам еще одно заявление об уходе. Психологическая цена работы с настолько безнадежными пациентами слишком высока. Не думаю, что мне это по плечу. Советую возлагать поменьше надежд на обширные теории дряхлого нациста. И перейти к использованию более простого механического устройства, основанного на протеине спермы. Оба. Определенно советую более жесткие фармакологические ограничения. Пациент 921 был убит службой безопасности Мерков после того, как преодолел действие транквилизатора, которого было хватило на целую хоккейную команду. Боюсь, что гормональная терапия плохо сочетается с нашими фармакологическими ограничителями. Да уж. Ты сама-то, блин, не нацистка, ёпарасета, это же... Это просто жесть. Если Вальридер это просто какой-нибудь неудачный эксперимент, который мстит, я его пойму. И вообще, если у меня выпустит, прощу. Главное, того, блин, бешеного типа. Выход, сука, выход.
Воля, воля. И двери такие прикольные. А давайте сначала сюда сходим. А что, у нас закрыто, что ли, тут? Я не очень понял. Морфогенические формулы какие-то. О, видите. Кто в них соображает, милости просим, разбираться сейчас не буду. Что это там за фигня? Дайте выпустите меня отсюда, я хочу на волю. Писец. Писец, как он есть, просто писец. Просто писец. Ах ты, факер! Я не знаю, что делать, просто не знаю, что делать, куда бежать. То, что убегать отсюда надо, ну, наверное, очевидно, но куда? Поросеночек больше бежать некуда. Нифига себе, то есть он меня спас? Может быть, он действительно просто эксперимент? Который мстит за то, что над ним это сделали? А это как бы ни при чем, он меня не собирает все. Охренеть. Это просто охренеть. Давайте почитаем. Значит, так, встретил ты свою смерть. Разорванный изнутри в клочья. Глядя, как твой мозг стекает по бетонной стене. Из одного ада тебе сбежать удалось, Крис Уокер. Надеюсь, ты не угодил в какой-нибудь другой. Пиздец, вот это просто жесть. Давайте посмотрим, вдруг там есть выход, и я отсюда все-таки уйду нахрен, а? Кстати, там какая-то тревога врубилась. Не, выход запечатан. Ну, мне интересно, кто... Это понятно, что это проект Валеридер и так далее, этот тень. Но мне интересно, кто это, почему он меня сейчас спас. Зачем я ему нужен? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Чего? Звук откуда был? Вы слышали, да? Вы же тоже это слышали, я же не псих. Твою ж... Дайте мне... А, пушка сломана. Так это этот нацист, короче. Я так и знал, что он жив. Билли? I'm his father. He certainly loves me, poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkov discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nano factories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineer the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Наука ничего хорошего не приводит такая. Murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Да я его убью вообще, блин, это вообще делать нехрен. Только скажи, чё как?
Какая нахрен анестезия? Вы что, сдурели, что ли? Те фашисты, да ты сам фашист. Причем намного фашистее тех. Так может Билли-то можно этого как-то на путь нормально вернуть? Мы все должны умереть здесь. Ну это, ну вы, ну не я. Ну это всегда так. Деньги правят миром, нынешним. В основном, к сожалению. Но не всеми людьми. Это хорошо. Билли не дает мне умереть, так и правильно делает. Мучайся, мучайся, фашуга. Хрен тебе смерти, блин. Я вообще бы его не стал спасать. Вот, то есть, ну, пускай он живет сколько хочет, блин, потому что он столько сил понаделал, теперь пускай живет и мучается. То, что живет. Пипец. Просто пипец. Билли. Я хороший, Билли, мы с тобой подружимся, я уверен, блок Б. Давай так, я тебя не трогаю, а ты меня не трогаешь. Смешно звучит, да? Просто все в кишках. Не знаю, сколько тут было охраны или не охраны, или кого тут вообще было. А тут столько трупов, это слов нет, короче. Вообще без башки в сортире, видимо, застали. И замочили в сортире. Походу закрыто, да? Походу закрыто. Билли, я же не хотел. Билли! Твою ж мать, Билли! А как же его победить-то, а? Надо что-то там отключить. Отключить какую-то... анестезию его, что ли, блин? Как понять? Отключить анестезию. Билли, я же давай дружить, блин. Ни хрена Билли дружить не хочет, скотина. Ну, Билли злобный у нас поцик. Очень злобный поцик. Так, если я пойду туда, там будет этот Билли. Там будет этот Билли. Может быть, на как-то его обойти можно? Нет? Поход дело, что нет. Или можно? Фак! То есть вот тупо надо вот так оббегать, видимо, да? Ну нет, можно, конечно, спрятаться, но я думаю, что он все равно меня найдет. То есть мне нужно тупо добежать до какого-то отключателя анестезии, да? Ну, в общем, понял, до чего надо добежать. Да, этот... сволочь, он же меня догонит, и так ему там сквозь преграды пройти, как делать мне, как два пальца.
Значит, надо очень четко и быстро все делать. Вот и все. Обработочка. Давайте еще раз почитаем что-нибудь. Записка для всего персонала от консультанта ММ-008 Рудольфа Вернике. Не оставляйте Рой. И не позволяйте бреду пациента влиять на ваши собственные убеждения. Всякое разумное существо, порожденное данной технологией, будет настолько превосходить нас, что иллюзия его божественности может показаться вполне обоснованной. Мы всегда всматривались в хаос и называли его богом. Теперь мы обладаем такой силой, что подобные верования могут нас уничтожить. Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что вы ученые. Надеюсь, я от него убегу. Очень надеюсь. Чё отрубить? Всё, отрублю. Где дай? Дайте. Это он! Охренеть! Вот это круто. Вот это реально круто. То есть он, это вот этот он. Он в каком-то ящике плавает, видите? И короче, вот это черное существо, ну да, тень, не знаю, это вот оно. С одной стороны, его пожалеть даже можно, что вот так вот его экспериментами, короче, зафигарили, да. С другой стороны, можно же было людей не убивать столько. Хотя бы меня не трогать, например. Смешно, конечно, звучит. Что можно сделать? Ну, обезумел он явно, это понятно. Если бы в его шкуре кто-то был бы, наверное, тоже обезумел бы. Изличник записи доктора Верники. Франкенштейн или современный проект. Это уже было у нас. А, это, наверное... А, выдержки с главы 4. Научитесь, если не из моих наставлений, то на самом... В моем примере, как опасно обладание знаниями, и сколь человек скромный, счастливее того, кто стремится превзойти собственную природу. Ну, тут в этих словах есть доля здравого смысла и разума. Давай, крути, родной. Включите подачу тока в лабораторию. Где? То, что эта скотина за мной будет охотиться, я уверен. После того, как я это сотворил сейчас. Да вот он уже. Да. Ток в лабораторию. Надо включить подачу тока. Блин, а где это сделать? Сейчас будем искать. Легкие били внутренности механизмы жизнеобеспечения. Машина площадью с футбольный стадион поддерживает жизнь в этом психе. Сломает все к чертям. Он должен умереть. Может быть.
Короче, эта скотина появилась откуда? Ну, она телепортироваться же. Ну, не телепортироваться, она может проходить сквозь преграды, поэтому... Как бы... Сложно. Сложно в этом плане с ним тягаться, естественно. Пытаться просто убегать, я не знаю куда и зачем и почему. Надеюсь, я бегу правильно. На самом деле, это единственный верный какой-то путь. Дверь, откройся. Дверь не открывается, жесть. Дело к ночи. Я не знаю, что делать. Скотина заставляет меня просто... Где это может быть электричество? Где может быть электричество? Ну да, я там протупил, да? Немножко, короче... Немножко протупил. Так, в принципе, от него можно убежать. Дверь закрывать смысла нет. Мы через дверь проходим. Пытался попасть сюда, но сюда попасть нельзя, по ходу дела. Поэтому просто поднимаемся выше. И просто бежим, тупо бежим вперед. Как же стрелять? Ааа, не хочу оглядываться, оборачиваться. Эта лестница, как казалось, кажется, вообще никогда не кончится! Куда? Влево, право, влево, право. Ааа, блин! Право! Право на этой лестнице, право, вправо, 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 вправо. Ну, будем знать, что вправо. Будем знать, что вправо. Сейчас, все, сейчас все будет. О-о-о! Хорошо, что мы начинаем, смотрите откуда. Он сзади. Я чувствую, я вижу, что он сзади. Камера, видимо, в которую он не может попасть. Или может, или не может, или не может, или может, сволочь. Так, погодите, кажись, не может. Значит, нам тут не дали бы так документики почитать. Ничего тут нет? Ничего нет. Ух, давайте немножко почитаем документы. Обратите внимание на прилагающуюся форму согласия на продолжение терапии для Уильямина Хоупа. Пациент... Благотворительная психологическая программа мягко в госпитале Маунт Месси в Колорадо, США. Форма является стандартной, и все соответствующие строки должны быть заполнены. Очевидно, Билли не знал об остановке сердца, случившейся с его матерью. Он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации его матери и благотворительного взноса в пользу ее церкви. Вероники, ознакомившись с записями сновидений Билли, считает его терапевтический пациент, потенциал, вернее, простите, просто невероятным. Я немножко спутал сочетание, просто мысли. То есть бедный Билли на самом деле пошел на все это ради матери, да, и церкви. А они с ним такое сотворили, то есть, в принципе, его, ну, не знаю, вот, я не знаю, как там в игре или не по игре, но мне его становится даже жаль. Реально жаль. Да рви ты, уже давно, блин, все, рви! Включите блок, ага, назад, значит, бежать надо, да? А можно тут прыгнуть? Нельзя.
Значит, просто назад бежать. Включать блок. Понятно, что его нужно остановить, это без вопросов, то есть. Это очевидно, то есть его нужно долбануть, не знаю, как там правильно. Ни хрена себе, он меня в этом поймал. Ну я... А, это скрипт, что ли? Это... Потому что я живой. А, надо было не туда бежать, а в дверь. Блин, в дверь. Как такого жалеть, да? Не, ну в принципе, понять можно. Что могло из него получиться, вот, вообще, в этом опыте? Невозможно было создать существо, которое будет и подконтрольно, и, не знаю, миролюбиво. Потому что это жесть. Наверное, там. И не тут. Успели. Извини, Билли, я не хотел. Ты сам виноват. Ты сам виноват. Да не, но он в любом случае, даже сейчас нас убьет, он уже не выживет. А, все, готов. Походу. Готов. Кровь уже по трубкам идет. Сколько же, блин, финансов вот стоят такие эксперименты, которые приносят только... Не знаю, только зло миру. Сколько же можно было денег потратить на все это, чтобы... То есть, ну, можно было потратить деньги на то, чтобы мир сделать чуточку лучше. Психиатрические исследования Мерков. Правила эксплуатации палаты морфогенического кондиционирования. Чтобы избежать причины причинения пациентам вреда, блок жизнеобеспечения морфологического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем. Система жизнеобеспечения. Первое. Обогащенный кислородом перфорулирует из резервуара жидкости для поддержания жизни необходимо полностью сливать и замещать на протяжении терапевтического курса. Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат, и перерыв его подачи может причинить пациенту сильную боль, что способно нарушить весь ход эксперимента. Система жизнеобеспечения номер 2. Но это мы то, что как раз сделали. Немножко позднее взял эту штуку, которую мы... Но это, в принципе, уже все сделали. Электропитание, продублирование, обеспеченное генератором, лежащее заправка горючим, проверка состояния генератора должны проводиться ежечасно. Система жизнеобеспечения номер 3. В случае аварийного отказа системы 1 и 2, беспроводный блок питания, поддержание жизни, обеспечивающее его на минимальном уровне до прибытия технического персонала. Отключение блока беспроводного питания приведет к немедленной смерти пациента. В принципе, так и получилось. Так у нас и получилось. Билли мертв, Валеридер или Рой, чем бы он там ни было, исчез вместо с ним. Умру я здесь или выберусь, уже не важно. Я свободен! Ну да, он был похож на Роя очень сильно. А не знаю, куда мне идти. Наверное, сюда. Нас покоцали очень сильно, поэтому еле идет, смотрите. Били нас, конечно, покоцал очень сильно. Но мы каждым шагом, каждым миллиметром, не миллиметром, каждой десяткой там, пару, два-три десятка сантиметров, мы с этим каждым новым шагом ближе к выходу, ближе к свободе.
Единственное, что не очень понимаю, куда нам идти, но мы это найдем. Еще бы взорвать все это, блин, место. Нахрен, просто взять и взорвать его. И всех ученых, блин, куда-нибудь сослать. Туда же, к Билли, в гости. Ползи, родной, ползи, давай, ползи, журналюга, надо выбираться отсюда уже. Уже почти же все сделал. Блин, как им хреново. Вот ты же сделал то, что нужно. Ты же все уже сделал. Блин, нафиг мне батарея, мне отсюда выбраться надо. Я подумал, там что-то лежит дельное. Да, он еле идет, но ему действительно плохо, ему побили с такой высоты, долбанули. Пальцы отрезали, кость торчит, видите? Выбирайся, давай, ты сможешь. Я знаю, ты сможешь. Давай, еще чуть-чуть. Камера видеонаблюдения, кстати, работает до сих пор. Сколько этот бабок стоило вот сделать такого монстра? На самом деле в этом есть смысл, в этой игре. Такой заложенный. То есть человечество вкладывает силы, средства. Ум, больной ум людей, каких-то одержимых. Твою ж мать! Чего? Немчура позорная. You have become the host. Jesus, God, what is that thing? Я так и знал, что этому гаду нельзя доверять. Фашисту этому, который... Блин, ну взяли в конце еще его. Да? Бедный журналист. Ну, он сделал то, что должен был. Ну что ж, ух, игра... Ну, любителя, конечно, она жуткая, но она, в принципе, хорошая. Таких игр... Ну, не знаю, я таких игр раньше не видел. Да, много хорроров играл, есть очень классные. Ну, это не то, чтобы супер классная игра, да? Ну, атмосфера, сюжет... Сюжет больной, не то что банальный, но нет такого что-то такого мозговыдирающего, да? Атмосфера, да, атмосфера очень классная в этой игре. Просто жуткая, если... Даже не то, что играть, смотреть, наверное, ночью в наушниках ее страшно. Вот, играть, особенно если представить, что вы действительно в этой клинике, а не журналист, там, а вы... Просто пипец как страшно. В общем, игра делает то, что она должна делать, наверное. Ну, пугает игрока очень сильно. Ну, в нее интересно играть, но я думаю, что она не реиграбельна, потому что, ну, больше 2-3 раз в нее играть будет не очень интересно, когда ты уже все знаешь, как, где и что. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел все эти части. С вами был Айс, всем пока. Следующая игра для прохождения пока что не известна, ну, что-нибудь интересненькое попроходим. Пока всем.